As a result of monitoring the left bank of the Dnieper, the reconnaissance unit of the 11th Brigade of the National Guard of Ukraine identified and destroyed the occupier's observation post using an FPV kamikaze drone. Telegram channels publish video of a powerful explosion in Bakhmut. The Wagner channel writes that they struck, and Ukrainian sources confirmed that. A bullet hit the head of the Wagnerian, but he survived because there is no brain in the head. Счастливый человек под фонарь. Давай, ходи, ходи. Работает снайпер! We are seeing a lot of captured Russian soldiers these days. Don't sure why, but we are not complaining. This one is crying. Блядь, песня такая, дурачок, блядь. RIA Novosti showed a clip from Zaporizhia direction where a Russian soldier claims Leopard tanks have been sighted, but even more so, drowned in a swamp. Haha, clowns. Здесь был зафиксирован и неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков «Леопард». Танки «Леопард» наблюдали. Имеется история о тех сослуживцах. У нас много сослуживцев, мы с ними общаемся. Дивизионный отряд захватил танк «Леопард». И вот не смогли его протащить в тыл. Вот, взяли и утопили в болоте. Этот факт уже имеется. «Леопарды» здесь, они у нас в гостях. This video is about the motivation of Russians. Attacks in the traditions of Stalin Zhukov. And how the Wagnerians are treated in the Russian army. Spoiler alert, like shit. С колонии, как я понимаю, в форме загружают в борт, верно, в самолет? Не в форме, зачем? Ну, заключенный. Свою одежду. Свою одежду. Потом переодевают. Переодевают где вас непосредственно? Да, на аэродроме там, или где-то какая-то воинская часть. Миллерово. Граница. Потом вас тренируют 2 недели, потом на вертушках забрасывают сюда. Ну, это сказать, тренируют. Ну, опять же, мы нас отделили, как гепатит ВИЧ. Мы были отделены, и нам, ну, в наши тренировки не входили тяжелые там орудия, ни пулеметы, ни огнеметы, ничего такое. Не было у нас. А мы должны были, как... Копать там все эти мероприятия, да, где-то тащить, притащить. Но каждый, конечно, понимал, наверное, уже потом понял, что все это не так, когда приехали на первые позиции, где также нас танк разматывал 1,5 месяца. Месяц 20 дней там пробыли. Просидели в окопах и привезли нас в Лисичанск, а там просто отправили нас. Умирать. Тут же в другую машину перекинули, сказали, все едете. Просто умирать. Он передок. В колонии Пригожина видели? Да, он если видел. Это был он, то мы его видели. Вот что рассказывал? Какие условия, типа, ну бабки понятно. Он говорил, что 2 недели. 2 недели на передке. Ну, до того, второй, третьей линии. Да. Перемешка с опытными бойцами. Привезли его туда, вот эту мясорубку кинули. Что вам обещали по поводу того, что вот вы повоюете и дальше?
Нас снимут все судимости. А вот из-за этого тут, по большому счету, чистая лесовая жизнь. Ну, опять же, все везде информационное, как пропаганда, нам показывают, рассказывают, что мы там победоносны. For the end, fighters of the Georgian Legion using Finnish Sako TRG 42 sniper rifle, .338 Lapua Magnum, with thermal scope during nighttime in Bakhmut. Video shows at least 3 confirmed kills by Georgian sniper. მეორე დავარდა. ა ბევრი მოდიან, ბევრი არიან ერთად. ბევრი არიან ერთად ბუზი დაეხვივნენ. დაეხვივნენ. Бузы ორი დავარდა, ორი დავარდა. მოიცადე. ის შენაბოზა. შენი დედა მოხდა. ყველა ჩაწვა. ჩაწვა და აიცნება უკვე. ვაი ბოვა სახლის ძიო. თავში დაუბიზე. რა თავში? ამას. თავში არაბი ერთად როარია. 900 მეტრზე გაგასწორებული. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.